Слушать. Голову мыть, не мыть сегодня? Вот интересно, а что волосы за деньги принимают, а ногти нет? Кексы. Кексы сегодня испеку. Вспомнила, на кого Трамп похож. На физрука нашего. Интересно, а в Хабаровске сейчас сколько времени? Фиолетово надо люстру в эту комнату. Фиолетово. А вот на клавиатуре почему буквы не по алфавиту? Интересно, вот так Киркоров дает детям с матерью видеться. Как люди в тюрьме сидят, я бы, наверное, не смогла. Не фиолетовую, красную надо сюда люстру. Ой, я забыла, я за квартиру заплатила или нет? Ну, тюрячок, смешное слово, и жужелица. А вот девчонки в порно снимаются, интересно, они не понимают, что их мама увидит? Интересно, а как хомяки понимают, что они влюбились? А если сильно-сильно плюнуть, можно язык выплюну? Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Кстати, ребята, добавляйтесь ко мне ВКонтакте в друзья, ссылочки все есть в описании. Обязательно, ребята, это наша запасная площадка. Насчет, ребята, того, что девчонки снимаются в порно и увидит ли их мама, да им абсолютно пофигу. Ребят, мне интересно тоже, как бы, ну ладно, там порно там снимаются, там мама увидела, как бы там вообще беспринципные. А когда, допустим, в ТикТоке они вот бред несут, допустим, там эти бессмысленные тиктоки снимают, как бы, и мама с папой их увидит, как бы они не стесняются, нет? То есть им пофигу, да? То есть, ну, для них зазорно только порно, да, как бы, то есть, ну, вот, все остальное, как бы, это в пределах допустимого, да? А вообще сценка, ребята, чаечка сама себе изобразила, как бы, типа, что у нее там тараканы в голове копошатся, как бы, видите? Даже не отрицают, ребята, даже не отрицают. И самое интересное, что когда она это сделает, ну, сама, это нормально. Ты ей скажешь, что у тебя тараканы в голове, обидится, ребята. Чаечные двойные стандарты, ребята, не иначе. Кстати, девчонки есть у нас, которые в порно снимают? А ну-ка напишите, когда мама узнала, она расстроилась или нет? Ну, чисто напишите, мне интересно, а? А мы пока еще послушаем. Ребята, Айка, возврат, обмен не подлежит. Ну, шучу, подлежит, но вообще сейчас мне вообще не трогать, ладно? Сейчас мне вообще не трогать. Я сейчас саморазвивательство делаю. Сейчас мне психологически это подкаст, вот это слушаю. Я в трезвозме вот это все делаю. Не, мне сейчас не надо ваше там святошко, ухаживание, там мне совшение, встречу. Это не надо. Я сейчас в духовительном покое. Я хочу сейчас себе внутри успокоиться и уже как, ну... Поток будет, я когда в один резус войду, ресурс, как сок вот этот, когда войду один, я тогда вам напишу, да, всем, отдельно и лично от меня. Прощайте. Пушкин где-то заплакал на том свете, ребята, да? Что это было, ребята? Вот что это было? Но наш исполняет, видишь? Я, говорит, когда в резус войду, говорит. Не, многие скажут, типа, Саныч, она там просто плохо язык знает. Ребята, она неплохо язык знает, она исполняет. Это первое, как бы, на камеру. То есть, это она притворяется. То есть, ну, прикол такой сделать, как бы, вот, там, выставить себя глупышкой на камеру. Типа, да, вот я говорю, в чем прикол? Кстати, знаете, есть такое, ну, я знаю, теория, конечно, может быть, на практике вы такое тоже встречали, то, что многим мужчинам нравятся глупышки такие, типа, знаете, вообще она такая несмышленая такая, там, глупенькая, там, и так далее. Напишите, ребята, в комментариях, как вы к таким относитесь. Мне, если честно, не заходит, вот вообще, знаете, когда, ну, как пробка просто вообще, да, ну, вообще. Ну, чем это надо будет отличаться от куклы с магазина? Вообще, что-то не в попад, набор слов рассказывает и все, блин, хрен его знает. Напишите в комментариях, ребята, как бы, заходит вам такое или не заходит. Я знаю, что есть такая теория, как бы, на практике, давайте проверим, ребята. Добавляйтесь в ВКонтакте в друзья, обязательно ссылочки все есть в описании, ребята. Прекрасного у меня и хорошего настроения.